Всем привет! Меня зовут Вячеслав Бородинов, я работаю ведущим разработчиком в компании Playtika, и в это воскресенье мы в подкасте поговорим о том, как развивать разработчиков. Зачем это нужно, кому это нужно, зачем это нужно вам конкретно, как тимлиду, как проект-менеджеру, как ведущему разработчику, как это влияет на ваши процессы, какие дает это плюсы и зачем это нужно. Оставляйте, пожалуйста, ваши вопросы в комментариях к данному видео, и мы обязательно на них ответим. Всем до встречи!